Здравствуйте, с вами телеканал ШТВ, программа «Городские новости». В студии Надежда Уварова. Сегодня в выпуске. 13 сентября. Шадринцы приняли участие в выборах в Курганскую областную и Шадринскую городскую думы. Теперь на века. В селе Крестовском установили главный купол храма Иоанна Предтечи. Футбольный выходной. На стадионе «Торпедо» состоялась последняя полуфинальная встреча. Эти и другие темы в ближайшие полчаса. 13 сентября в Курганской области прошел единый день голосования. Шадринцы избирали состав городской думы 6-го созыва и вместе со всеми зауральцами депутатов Курганской областной думы. В единый день голосования избирательные участки открыли двери для шадринцев в 8 утра. Стартовали выборы в законодательные органы власти города Шадринской и Курганской области. Одним из первых на свой участок в детско-юношескую спортивную школу прибыл губернатор Алексей Кокорин. От каждого голоса, который приходит на избирательный участок, зависит очень много. Это, во-первых, легитимность, объективность и правильность выбора. И от того, кто будет защищать интересы в законодательных собраниях, в органах исполнительной власти, конечно, зависит очень-очень много. И население должно активно участвовать в выборном процессе, для того, чтобы потом не возникало нарицание, что вот там без нас все решено и так далее. Выборы проходят абсолютно легитимно, абсолютно на законодательной основе. Я убежден, что зауральцы в очередной раз сделают абсолютно правильный выбор. Неоднократно шадринцы избирали Алексея Кокорина главой города. 14 сентября прошлого года жители Зауралья выразили свое доверие Алексею Геннадьевичу и избрали его на пост губернатора. Прошел один год, непростой, но продуктивный. Вы знаете, что вот период как раз избирательной кампании, наступили все различные санкции против России. Но финансово-экономическая ситуация значительно усложнилась. Тем не менее, мы по итогам года достаточно устойчиво работаем. По некоторым направлениям даже устойчиво развиваемся. Я убежден, что сейчас вот после избрания законодательной власти, в основном законодательного областного нашего собрания, будет сформирована профессиональная команда, которая в едином таком порыве будет делать все для зауральцев, для жителей Курганской области, но и для развития не только Курганской области, но и в целом Российской Федерации. Дела позвали Алексея Геннадьевича в областной центр, а Людмила Новикова, глава города, прибыла на свой избирательный участок в финансово-экономическом колледже. Людмила Николаевна также сделала свой выбор в пользу кандидатов, которые, по ее мнению, предпримут все возможное для развития. Ну и одновременно сегодня идут выборы в областную думу. Тоже, в общем-то, очень значимое событие, потому что в основном сегодня органы местного самоуправления ориентируются на законы, принятые законодательным собранием субъекта федерации. Поэтому день серьезный. И думаю, что шадринцы, в общем-то, никогда не подводили и, думаю, сделают правильный выбор. 57 263 человека. Общая цифра электората города Шадринска. 490 избирателей проголосовали досрочно. Депутатов Шадринской городской думы горожане выбирали на 24 избирательных округах. Участковая избирательная комиссия участка номер 160. У нас количество избирателей, которые включены в список для голосования на 8.00. Это 2211 избирателей. На сегодняшний момент, на данное время, проголосовали 7,5%, это 170 человек. Более активными в голосовании горожане стали около 11 часов дня. «Голосую, чтобы все хорошо было», выразила свою позицию пенсионерка Нина Степановна. Положено, идем. Приглашает раз голосовать, да как все люди, так и мы. Люди должны работать, что-то выполнять, наши депутаты все равно без этого никак нельзя. С волнением прибыл на свой избирательный участок Валерий Порубов, гендиректор ШДСК-2, депутат городской думы 5-го созыва и кандидат в депутаты областной думы от партии «Единая Россия». Было еще далеко до момента, когда Валерий Викторович узнал, что шадринцы отдали в его пользу более 56% голосов. Переживаю за результаты голосования. Период был, конечно, сложный, борьба была довольно-таки
сильная, и кандидаты подобрались сильные и хорошие. Но, как говорится, жизнь покажет, кого народ выберет и как они будут работать. Я была удивлена тем, что вот я сейчас подошла, что у меня супруг тоже проголосовал. Утром, когда он уходил копать картошку, он сказал: я не поеду, мне лучше вот свое. Сейчас пришла, посмотрела, проголосовала. Значит, что-то внутри есть, стержень какой-то. Это важно для него, для меня, для нашей семьи, для детей, внуков. Это наше будущее. Мы за него голосуем. Явка на выборы составила 23,5% от общего числа избирателей города. Отметки в бюллетенях сделали 13 482 человека, с учетом тех, кто проголосовал досрочно. Каждый четвертый избиратель принял участие в выборах. Окончательные итоги голосования подводит избирательная комиссия муниципального образования город Шадринск. Завтра, согласно постановлению главы администрации Людмилы Новиковой, в городе объявлено начало отопительного сезона. 15 сентября теплоэнергию будут подавать социальные учреждения, детские сады, школы, учебные и лечебные заведения. С 21 числа поэтапно тепло придет и в дома шадринцев. Составлен график заполнения и запуска тепловых сетей Шадринского отделения Курганской генерирующей компании. С документом можно ознакомиться на сайте администрации города. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности в нашей стране. В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил 2015 годом борьбы с этими заболеваниями. Цель всех мероприятий в этот период – улучшить систему лечения, то есть профилактику, диагностику и реабилитацию. Сердечно-сосудистые заболевания лечат в неврологическом отделении больницы скорой медицинской помощи. Точнее, здесь спасают людей. Пациенты поступают нам в тяжелом состоянии. Вот. Тот, кто обращается пораньше, имеет больше шансов на то, чтобы все-таки восстановить свое здоровье. Вот. Ну, есть, конечно, категория пациентов, их тоже большое количество, которым мы можем только облегчить страдания, то есть поддержать деятельность организма, продлить часы жизни. То есть такая категория, к сожалению, пациентов есть, потому что заболевание серьезное, заболевание смертельное. Вот, и поэтому, опять же, очень важно заниматься своим здоровьем, своевременно обращаться в медицинские учреждения. Серьезное заболевание сосудов наступает не в раз. Необходимо следить за состоянием здоровья постоянно, проходить диспансеризацию. Такие простые процедуры, как сдача анализов крови на холестерин, сахар, измерение артериального давления, снятие кардиограммы, могут рассказать доктору, в каком состоянии у человека сосуды, и по необходимости назначить лекарственные препараты. Существуют и факторы риска заболевания, которые провоцирует сам человек. Вредные привычки, то есть курение, алкоголизм, переедание, то, что небольшое количество населения занимается спортом, низкая приверженность здоровому образу жизни. Также то, что факторы риска – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, фибрилляция предсердий, то есть такие заболевания, которые, если не проводить профилактику и лечение вот этих заболеваний, вот, рано или поздно приведут к инсульту. Для постановки диагноза в неврологическом отделении используют все современные методы в медицине – электрокардиограмму, ультразвуковое исследование, томографию головного мозга. Лечение больных инсультом проводится по этапам с мероприятиями базисной и дифференцированной терапии. В первые сутки от начала заболевания госпитализируется до 85% больных. В палатах интенсивной терапии проводятся меры по обеспечению жизненно важных функций человека. Накрылись, чем? Я согнал с яблока. И вдруг плохо стало, да? Да. Давление поднялось большое. Врача вызвали на дом, все. Угу. Кол поставили. Потом скорую позвонили. Угу. Увезли. Получше? Настроение в гору идет. Да, рука, давай. Хода было. Тоже давление? Да, тут ходит маленькая. А в отделение поступают пациенты из Шадринска и еще 5 районов Курганской области. Максимальное число больных одновременно – 31 человек. Поэтому длительных сроков пребывания в неврологии нет. Главное – оказать неотложную помощь в восстановлении здоровья.
После лечения наступает не менее важный этап – реабилитация. По состоянию больного назначается лечебно-физкультурный комплекс занятий, массаж, кинезотерапия. На сегодняшний день постинсультная инвалидизация занимает первое место среди прочих инвалидностей и составляет 5 случаев на 1000 населения по городу по болезням нервной системы. 1/3 перенесших инсульты – люди трудоспособного возраста, но возвращаются к рабочей деятельности только 10-12%. Однако большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, о чем вновь и вновь напоминают врачи. Мы лечим инсульты. Такое заболевание, от которого, к сожалению, волшебной таблетки, волшебного укола нет. Диспансеризацию проходить сейчас призывают, то есть я тоже призываю своевременно проходить диспансеризацию, проходить профилактическое, то есть такие люди же обычно выявляются и наблюдаются у своего доктора. То есть не пропускать, не запускать заболевания, а не то, что когда стало получше, о них забывать. И вот до определенного момента, когда развивается инсульт. При любых жалобах, дискомфорте не сидеть дома, не терпеть, обращаться к докторам. Мы продолжим выпуск после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Башкирский мед и конфитюр от пасеки Монастырской. С 16 по 24 сентября. Дворец культуры. При покупке 1 килограмма меда, килограмм лугового меда в подарок. Жене шикарную, дочке стильную, теще теплую. Тысячи шуб на выставке «Шубы на расхват». 20 сентября во Дворце культуры, улица Ленина, 95. Богатый выбор натуральных изделий Оренбургской фабрики пуховых платков ждет вас 17 сентября в городе Шадринск во Дворце культуры. Все тепло Оренбуржья для вас. Классика и современность, стильный дизайн и модный интерьер. Встречайте одну из крупнейших мебельных фабрик России «Интердизайн». 18 лет производства по европейским технологиям теперь и в Шадринске. Торговый дом «Агат», улица Ленина, 131. Мы перешли на новый уровень. С системой продаж все включено. Теперь наш базовый комплект вы получаете за 1200 рублей, включая оправу, линзы с защитным мультипокрытием и работу. Приходите в iCraft и успеете приобрести его по суперцене. Ежегодно в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится Российская неделя здравоохранения. Более 40 тысяч специалистов из всех регионов России и всех стран посетили ее в этом году. Среди них были представители компании «Еламед», одного из ведущих отечественных производителей медицинской техники. Все наши аппараты, они пользуются спросом как у потребителей, так и у специалистов в лечебно-профилактических учреждениях. «Алмах-01» – это наш, ну, бесспорный лидер продаж. Уже производится нашим заводом более 10 лет и хорошо зарекомендовал себя, ну, у многих россиян, и не только у россиян, а и у других жителей других стран. Данный аппарат, он позволяет лечить такие заболевания, как артрит, артроз, подагру, вегетососудистую дистонию. Подарите здоровье себе и своим близким. Ежедневные продажи в аптечной сети «Фарма». Подробности по бесплатному телефону завода 8 800 200 01 13. Продолжаем программу. В селе Крестовском Шадринского района установлен главный купол храма Иоанна Предтечи. 7 лет продолжается восстановление разрушенной во времена советской власти церкви. Невероятное по красоте и величию зрелище увидели прихожане, гости села и зафиксировал наш телеоператор. Как известно, до революции 1917 года именно наличием церкви село четко отличалось от деревни. Село являлось центром прихода. Храм Иоанна Предтечи в селе Крестовском был освящен в 1872 году. Советская власть повернула его историю. Церковь была зернохранилищем, а затем долгое время пустовала. 7 лет, как мы занимаемся восстановлением храма, за этот момент произведены большие работы. Самое главное, здесь ведется богослужение. Приезжают люди, происходит крещение, венчание, отпевание. Это самое главное для жизни храма. Основные прихожане здесь сельчане и люди приезжие из Шадринска, соседних деревень и из больших городов. В Крестовском бывают те, кому по душе уединение маленького деревенского храма. Тишина делает молитву более спокойной, утверждают они. На храме Иоанна Предтечи должно находиться 11 куполов. В начале реставрации их было всего 4 на колокольне, и те в плохом состоянии. Восстановили 6. В невероятном по красоте и грандиозности событий монтаже 7-го, самого главного купола, приняли участие прихожане и гости села Крестовского. Спаси, Господи, люди твои,
противная даруя, и Твоим сохраняя крестом Твоим жительство. У нас самый большой кран 27 метров в Шадринске, а этот больше 60 метров. Радостно то, что данное событие, подъем нашего купола, происходит накануне престольного праздника усникновения главы Иоанна Предтечи. Как раз это наш самый главный храмовый праздник. И, видимо, по молитвам Иоанна Предтечи происходят такие чудеса. Да, у нас изготовлены еще 4 купола. Они находятся сейчас уже здесь, в крестах около храма. Но это будет отдельная уже операция у нас по установке их. Давно уже, 20 лет больше, поэтому все события тут, которые принимаем, посильное участие наше, и какой-то, видимо, тоже есть. Ну, какой-то есть вклад, да. 7 лет ждали. Хотели, конечно, не могу говорить даже, потому что, когда пришли первый раз, было развалено все, ничего не было. Но с первого, как бы, года хотели поставить золотые купола. Над нами смеялись, конечно, все. Что вот вы это, нигде нет, и вы купола, и деревни, какая нет деревни. Ну, вот видите, у нас и креста золотые, купола поставили наши, выстраданные. Господь нам помогает во всем. Храм, как и раньше, восстанавливается всем миром, но тем не менее, хотелось бы, конечно, выразить благодарность правительству Курганской области, лично губернатору Алексею Геннадьевичу Кокорину, главе Шадринского района Осокину Владимиру Валерьевичу и всей администрации Шадринского района. Ну и всем многим, кто помогает и восстановлению храма, и изготовлению купола, и в его монтаже, всем выражаем огромную благодарность. Глава Шадринского района Владимир Осокин определил установку главного купола как событие историческое, которое символизирует восстановление духовности, православия и более надежного мироощущения верующих. В ответ на слова благодарности Владимир Валерьевич отметил, участие правительства Курганской области и администрации Шадринского района в восстановлении храма не измеряется количеством средств. Измеряется вопросами популяризации этого места, вопросами организационными, вопросами, наверное, создание условий, чтобы люди сюда приходили и шли. Это и 4 года назад возрождение Крестовской Ивановской ярмарки способствовало здесь дополнительно приходу и притоку людей, а значит и определенных пожертвований, которые люди приносят, приходя в храм. Ну и, конечно, все организационные вопросы, связанные с организацией изготовления куполов, с их, скажем, вот установкой сегодня. Поэтому участие наше, конечно, здесь есть, но главное участие и желание – это, конечно, прихода людей, батюшки здесь, поэтому это результат общего труда. Рядом с церковью построен маленький музей. Он был открыт этим летом во время традиционной Крестовско-Ивановской ярмарки. В музее собраны предметы быта сельчан и материалы по истории возникновения храма Иоанна Предтечи и села Крестовского. Легенда связана с концом 17 века. Она гласит, из соседнего села Маслянского приехал мужик заготавливать дрова. И вдруг увидел, у пенька стоит икона. Это была икона усекновения главы Иоанна Предтечи. Он взял эту икону и увез в Маслянскую церковь. Утром, когда пришли в церковь, иконы не обнаружили. Мужик вернулся на место, где он рубил дрова, и увидел, что икона снова стоит на том же самом месте. Ее снова взял и увез в Маслянскую церковь. На следующее утро история повторилась. Снова икона не оказалась в церкви, она явилась на свое прежнее место. Тогда сказали, что это чудо, что икона должна быть здесь, и значит, это ее место, благословленное Богом. И на этом месте, где явилась икона, поставили крест. К этому месту стали приходить богомольцы, поклоняться этому кресту. Те, кто приходили с верою, получали исцеление от многих болезней. Слух об этом распространился по всем окрестным селениям. С каждым годом все больше и больше приходилось сюда богомольцев. Но
этих людей надо было чем-то кормить, потому что служба продолжалась целый день. И вот предприимчивые мужики из соседних деревень Маслянки, Верхозина, Ильтикова, Кокорина стали привозить сюда продукты питания, чтобы кормить богомольцев. Постепенно на этом месте вырос торжок, где во время богослужения богомольцы могли не только продукты купить, но и необходимые предметы быта. Постепенно к началу 19 века сформировалась ярмарка. В 1825 году приезжие купцы стали заключать здесь торговые сделки. Прошло почти 200 лет, история возрождается в новом ключе. И ярмарка проходит с растущим размахом, и все больше куполов на храме Иоанна Предтечи. О спорте. Чемпионат области по футболу подходит к завершению. На стадионе «Торпедо» состоялась последняя полуфинальная встреча. Претендентами на выход в финал стали шадринцы и долматовцы. За наших болела Марина Фатахова. Чемпионат области по футболу стал самым интригующим за последние 3 года. Отличились игроки из долматовской команды «Старт». Они сумели обыграть звезды «Динамо», тем самым не пустив курганцев в полуфинал. Правда, в первой полуфинальной встрече сами с треском проиграли шадринцам. Матч тогда закончился со счетом 1-8. На ответную встречу долматовцы приехали с настроем отыграться. Несмотря на боевой настрой долматовцев, первый тайм прошел в основном на половине поля «Старта». Торпедовцы атаковали ворота раз за разом. Результативными стали 3 атаки. Первым пробросил мяч в створ ворот Анатолий Вильников. Затем выполнил дубль Тимофей Черемисин. Игра как? Так себе, средненькая. В прошлый раз интереснее играли они. Вот тоже с Долматовым прошлую игру интереснее была игра. А в этот раз что-то не очень. Вяло так, вяло. Потому что игра сделана в первой встрече была. Угу. А сейчас только поддержать, так, маленько забить и ладно. Ну, 3-то точно забьют. 3-то забьют. Вот попомните мое слово. Это ответный полуфинальный матч. Первым победила «Торпедо» достаточно уверенно 8-1. И сегодня после первого тайма счет уже 3-0. Это говорит о подавляющем их преимуществе. Поэтому борьбы как таковой, к сожалению, нет. Так получилось, что «Торпедо» нам намного сильнее, чем «Старт» Долматова на данном этапе. Тем не менее, недооценивать долматовцев оказалось рано. После перерыва они, пропустив еще 1 гол в свои ворота, вырвались вперед, прорвали оборону «Торпедо» и, наконец-то, открыли счет. Сергей Киселев, вдохновивший команду, затем выполнил дубль. Евгений Харлов ответил 5-м проброшенным мячом в створ ворот «Старта». В течение следующих 10 минут долматовец Кирилл Криворотов сумел забить еще 2 гола. Счет 5-4 в пользу «Торпедо». В одни ворота играет, да что ж, какая игра-то? Как кошка с мышкой играет, все. Хожу, постоянно хожу на футбол, смотрю, «Торпедо» нравится играть. Играет как, ну надо еще добавлять, надо, чтобы железнодорожников победить, курганских. Вопрос о том, кто выйдет в финал, уже не возникал. Потому команды играли ради самого процесса. И, конечно, забитые мячи в ворота противника очень порадовали долматовских игроков. Да, по ходу игры просто в первом тайме много не получалось. Моментов вообще не было практически у нас. Ну, конечно, класс у «Торпедо» выше, чем у нас, это мы не спорим. Во втором тайме разбегались просто, видимо. И молодые игроки у нас тоже очень много было. То есть поехали просто приехать, поиграть в свое удовольствие. Во втором тайме раскрепостились просто и, ну, полетели голы. То есть, ну, что хорошо. Ребята постарались все. Все молодцы. Мы как бы игрой довольны, что во втором тайме более-менее сыграли получше. Сейчас, ну, ждем полуфинала, ой, финала за 3-е место. Там будем играть с «Тоболом». Ну, вот там вот поборемся, что будем очень стараться. Еще один шаг к бомбардирству сделал Черемисин Тимофей. Значит, отрыв у него сейчас большой от преследователя.
Но я думаю, что он в этом году добьется результата, которого упустил в последних играх прошлый год. Ну, сегодня прииграли, в общем-то, не основным составом. Значит, не было основных защитников, не было полузащитников. Значит, как бы дали поиграть всем. И ребята, которые на подходе в первую команду. Расслабленность после первого матча, потому что выиграли с большим результатом. Ну, трудно как бы для команды найти мотивацию, чтобы на хорошем уровне сыграть вторую игру. Поэтому хочу извиниться перед болельщиками за то, что много пропустили, показали невыразительную игру. Но команда все равно добилась своего, вышла в финал. Финальная игра чемпионата области пройдет в Кургане 19 сентября. А 3 октября с ответным визитом в Шадринск приедет команда «Вагонное депо». Посмотреть на самую жаркую битву уходящего футбольного сезона приглашаются все желающие. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире блок рекламы и объявлений. А завтра в передаче «Подробности» концерт Сергея Чернова «Мелодии золотой осени». В студии была Надежда Уварова. До встречи на канале ШТВ. Продам промбазу. Земельный участок 1103 квадратных метров. Здание мехпогрузки 724 квадратных метра. По адресу: город Катайск, улица Боровая, 10. Возможна отправка грузов железнодорожным транспортом. Цена 100 тысяч рублей. Телефон 8 912 579 2141. Продают производственное здание 345 квадратных метров с земельным участком по улице Карла Маркса, 82. Цена 2 миллиона рублей. Торг уместен. Телефон 6-24-99. Продают здание общежития 2085 квадратных метров с земельным участком по улице Карла Маркса, 82. Цена 15 миллионов рублей. Торг уместен. Телефон 6-24-99. В магазинах «Магнит Косметик» 15 сентября скидка 15% на все товары. Отдел военного комиссариата по городу Шадринску и Шадринскому району приглашает граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2016 года, пройти обязательное обучение в соответствии с федеральным законом номер 53 в Шадринской автошколе ДОСААФ по специальности «Водитель категории С» и «Механик-водитель МТ-ЛБ». Начало обучения с 1 октября 2015 года. Сбор в 15 часов 21-23 сентября. В отделе военного комиссариата кабинет номер 17. Срок обучения 2,5-3 месяца. Категория С и «Механик-водитель МТ-ЛБ» бесплатно. Категория Б – 8 000 рублей, теория плюс 10 часов вождения при наличии категории С, а при наличии удостоверения «Механик-водитель МТ-ЛБ» категория Б – 15 тысяч рублей. За справками обращаться в город Шадринск, улица Роза Люксембург, 24, кабинет номер 17, с 9 до 17 часов. Телефон 503-17.